В Атырауской области в селе Жалгансай минувшей ночью объявили срочную эвакуацию. Около полуночи там прорвало дамбу. Вода пришла в населенный пункт. Люди покидали свои дома под вой сирен. Жалгансай ауылының тұрғындары Махамбет ауылына эвакуациялануда. Эвакуацияланатын орын Төленов орта мектебі, Ағылев орта мектебі, Нұршуа балабақшасы, Алтынай балабақшасы. В районный центр быстро вывезли 154 человека. Часть из них отправилась к родственникам, но большинство разместили в местной школе. Под угрозой затопления оказался местный медицинский пункт. Оставшиеся жители, спасатели, волонтеры и военные начали экстренно восстанавливать дамбу. И им это удалось. Ближе к 4 часам утра прорыв устранили. В дома вода зайти не успела. Утром, убедившись, что опасность миновала, власти разрешили людям вернуться в Жалгансай. Но работы по укреплению дамбы продолжаются. Задействовано больше 800 человек. Сейчас уровень воды в Махамбетском районе превышает опасную отметку больше, чем на 1,5 метра.